очень тяжело ходить переход. Я инвалид, вот у меня с собой бумажка, что я инвалид. Мне доставляют страшные муки. Переход закрыли, а теперь мучишься здесь. 2000 подписей собрали. Мало, 2000, ну, очень мало, надо больше. Мало. Вот они навес сделали, а что навес? Тут а что мне с этого навеса? Ни холодно, ни жалко. Мне обходить тяжело. Вот, да, да. Вот я сюда дошла, я с Карла Маркса иду. Вот сюда я дошла за 40 минут, вот, и все. И кто думает о нас, инвалидах, да, думает о чем угодно, только не о том, как лучше. Всегда говорят, раньше говорили, ну, вот сейчас... по просьбе трудящихся, посмотреть бы тому в глаза, тому трудящемуся, да, да, который придумал вот эту сейчас пытку. Сейчас вот новая глава, там Трифонов такой, может быть, он тут немножко пошевелится.